5000 рублей. Именно столько к 1 сентября могут получить семьи с детьми на покупку канцелярских принадлежностей, школьной одежды, рюкзаков. На выплату могут рассчитывать семьи, признанные нуждающимися, с доходом ниже половины величины прожиточного минимума из числа отдельных категорий семей. В настоящее время прожиточный минимум в Пермском крае составляет 13 225 рублей. Узнать, положена ли вам выплата к 1 сентября, можно в социальной защите населения. Адрес и телефоны отделения сейчас на ваших экранах.